Так, мои дорогие, такое домашнее видео покажу, как я наношу тональную основу 5X. Тональная основа очень мелко дисперсная, и наносить ее следует в очень мизерных количествах. Вот я набираю кисть, на кисть такую маленькую точечку, и просто крошечными точечками распределяю по всему лицу. Тональная основа, ее достаточно микроны, чтобы она попала на кожу. Она уже встроится, подстроится под пигмент, под текстуру кожи. Это интеллектуальная тональная основа, уже такое... Современное новое поколение тональных основ, вот как раз таки в тренде Baby Face, как я вам говорила, да, максимально натуральное лицо, без эффекта грима или какого-то огромного количества тона на лице. Наоборот, очень тонкой, прозрачной вуалькой, при этом она выравнивает тон кожи, скрывает несовершенство и подсвечивает. Видите, как она подсвечивает, заставляет кожу сиять. Если вам нужен более плотный слой, то вы делаете слой на слой, то есть мелкими слоями проходитесь. Ну, потом немного я еще добавлю на шею декольте.